С 1 сентября в Красноярске увеличится число автобусных маршрутов, участвующих в системе пересадочных транспортных карт. Напомню, заработала эта система в апреле. Смысл ее в следующем. Для пассажиров, которые до нужного места могут добраться лишь с пересадкой, ввели специальную скидку 2 рубля на вторую поездку. Правда, воспользоваться таким дисконтом могут не все, а лишь владельцы транспортных карт. И только в том случае, если на другой автобус они успевают пересесть в течение 90 минут. И все же идея многим горожанам понравилась. А сейчас система пересадочных скидок станет еще популярнее, ведь число маршрутов, участвующих в ней, увеличится. Уже с понедельника к ней присоединятся перевозчики, работающие на маршрутах номер 5, 6, 50, 65, 78, 80 и 88. Работа в этом направлении продолжается. Как мы говорили ранее, мы планируем, что до конца года вся маршрутная сеть, все перевозчики, которые работают на городских перевозках, будут работать по системе пересадочной транспортной карты. Еще одно новшество, в принципе, по системе транспортной карты в целом, что с 1 сентября к проекту «Транспортная карта» присоединяется у нас и городская электричка.